15 сентября. Утро. Ну еще. Вон что. Сколько он наколотил их. Ты их еще потом уменьшать будешь или нет? Нет, вот так осталось. Скажи, а почему ты работаешь, а не молодой человек? Спросите. Как спросите? Так зять в твоем доме живет и не помогает никогда. Это очень странно даже. Помогает, когда попросишь. А? Помогает, говорю, когда попросишь. Не пойму я. Помогает, когда попросишь. Ну попроси. Нет. Сам он не догадается. А, вон что он подкатывает. Поднимать тяжело. Вот наши братья поехали к брату Роману, малышу, на работу. У тебя спина болит? А он знает, что спина у тебя болит? О как! Ниньки зашлись, не жалей делать. Добро. А есть такая поговорка, Сергей Игнатов идет. Хорошего зятя принял, сына приобрел, другого приобрел, дочь потерял. Да. Так оно и есть. Вот он с помощью тракторенка. И сколько такая машина стоит? Какая? Вот эта дров. За 8. 8 тысяч. И та 8. А у нас гость с Украины. С Украины? Да. Донецка. Лидар. Донецка. Слез на подсёк разъезде и до нас двое с половиной суток добирался. Ой-ой-ой. Ушел на урывку. С собой 30 кг с лишним это тележка. И в палатке ночевал в поле. Во приключение, да? Есть. Есть что вспомнить. А вот пинжак еще, да, сверху. Вы сейчас посмотрите, как Игорь Валентинович, брат наш. Два года. Это очень даже странно. Парень 22 года сидит дома. Даром, без Колыма, дочь получил. Никакого, ни рубля в доме, да и в его доме живет. И машину тут еще, я не знаю, кто ему приобрел. А у него машина-то ездит, ее кто приобрел машину? Отец деньги дал. А? Отец деньги дал. Отец деньги дал.
это прозвище, я пока не знаю.